Жужа! Жужа! Ну, Жуж! Боится? Жужа, иди, смотри, это я, Жужа. Ну все. Ну и даже эта шерсть это не знает. Сегодня у нее дела получше уже. Да, теперь с днем рождения, да, Жуж? Ну-ка, второй день рождения, Господи. А давно вы знаете эту собаку? Второй год. Мы сюда приехали, она была. Это подкидыш. Привезли, видимо, из города, и ну, ее подкинули. А мы приехали, она сначала нас не приняла. То есть она охранница, никто лишний. У нас домофонов нет в подъездах, но если, не дай бог, кто-то подошел к подъезду, она не пропускает. То есть она охранница, она, ну, как... Охраняет свою территорию. Да, она охраняет свою территорию, да, но она к людям, она так, с любовью относится. То есть она, своих она никогда в жизни не тронет. Видно, что не агрессивная собака. Да, она очень хорошая, она спокойная. Вот, но чужих она не подпустит к подъезду. Ну, то есть и даже если пришли в подъезд, то она уже из подъезда не выпустит. Видимо, за это она и поплатилась. Да. Потому что охраняла свою территорию. Ну, придется привязывать ее. Почему? Потому что... Может, история повторится, если она будет охранять двор. Да, но ее любят вот два дома. Ну, в понедельник посмотрим, как вопрос решится, и тогда можно будет уже забрать ее. Да. Жушка, она приемная мама. У нас еще есть Жулька, родила деток, и жалко было, ну, и топить, и, ну, что-то с ними вообще. И мы двоих оставили. Вот она теперь приемная мама. Вот, да, теперь деток двое мамы, девочка и мальчик. Кстати, если нужно будет, наверное, порода все-таки будет маленькая. Мама маленькая, Жулька. Это Жужа, еще есть Жулька, потому что жульничает постоянно. Жужа у нас такая, она спокойная, но, да, она охранится у нас. Вот. Да, подъезду в двух домов. Жуже повезло. Очень. А кошки, которые рядом там проживали, они умерли. Умерли, погибли. Ну, кошкам, видимо, больше яду досталось. Ну все. Так да, что ладно, тогда больше, угу. И поэтому, наверное, они съели и сразу же умерли. Ну, будем дожидаться понедельника. Постараемся вопрос урегулировать так, чтобы больше с ней этого не повторилось, и тогда уже можно будет забрать ее. А сейчас в целях безопасности пока Жужу стоит оставить еще до понедельника в приюте, а уже дальше будет видно. Да. А так она у нас красавица, посмотрите, какая. Да. Она у нас с прической, и глаза подведены, у нас есть стрелки. Да. Да. Жужа молодец, Жужа умница. Ну, красавица, с днем рождения, на Цезуска. Жушка молодец. Да. Ну как крепко. Я вообще испугалась. У меня соседка, я работаю на дому. У меня такая система, я не могу встать. То есть если я села, я могу встать. Соседка постучалась в окно, прям со всей силы. Мы на первом этаже живем. И соседка постучалась прям с такой силой. Говорит, ну я открываю окно, я говорю, что случилось? Она говорит, у нас тут, говорит, беда, говорит, потравили всех. Угу. Ну, я, конечно же, позвонила сразу в наш родной приют. Я тут уже и птичку оставляла, да, которая, ну, под машину. То есть вы давно за нами наблюдаете? Давно наблюдаю, да, я и подписана на канал. Спасибо вам, честное слово. И теперь буду спонсором. Спасибо. Вот, ну, спасибо вам огромное. Вы делаете с ним такое дело, которое, ну, вот куда они без нас? А мы без них, по сути. Согласен. Ладно, тогда до понедельника. Спасибо вам огромное. Привет, Жужка. Удачи. Все.